да? Ух ты, ух ты, мамин пирожок. Ты мамина земляничка. Всем большой енот. Пушистые лапы, длинные усы и самый милый взгляд. Потерять бдительность с таким зверем легко. Какой красивый мамин. Бубли-бубли. Пушистый и обнимет, и поцелует все. Человек плывет. От дозы мимешности можно и клетку забыть закрыть. Так случилось в доме животных месяц назад. Помните чувство, когда, сидя на работе, одолевают сомнения, а выключил ли я утюг? Большинство едут домой и проверяют. Так вот, с енотами надо проверять все трижды. Ну это ж енот, это как ребенка посади в комнату, он же не будет сидеть на одном месте. Надо проверить, то ли люди расслабились, то ли еноты поумнели. Проведем эксперимент. Дверь клетки закроем, но не на защелку. Посмотрим, сколько времени понадобится зверькам, чтобы выбраться. Запускайте таймер, господа. Сорок секунд – это самый настоящий рекорд. Как назвать енота-бегуна? Может, Шоушенк, как знаменитый фильм? Слишком длинно подумали хозяева и решили назвать попроще – Шуша. К слову, для Шуши это уже второй побег. Первый закончился на шелковице. Знатно объел ее беглец. Я бы не сказал, что они стадное животное. Каждый идет по своему интересу. Тому интересно – там. Вот он остался на дровятнике спать. Другой пошел в другую сторону, поднялся по горе и нашел курицу. Из этих трех хвостиков сбежали двое. К поискам приступили сразу. Одного нашли рядом с вольером, второго – у соседей. Может, не стоило волноваться, ходят слухи, что домашние еноты все равно возвращаются. В зависимости от того, в каком возрасте они были приобретены, то есть если это был приобретен малыш полуторамесячный, то он не убежит. Будет как собачка за ним бегать, если находиться с ним 24/7. Когда он поймет, что вот этот человек, он его кормит. Раз кормят и любят, почему тогда сбегают? Ведь здесь дом. Прокол хозяев. Ослабили бдительность. А что до енота? Пушистый, просто по натуре любопытный. Корм. Мы мимо не пройдем. В доме животных целое семейство хвостатых, полосатых. Пока они коротают время вот в таких вот вольерах. Но скоро у них появятся новые просторные апартаменты с крепкими замками. Ремонт идет полным ходом. Все планируют закончить через месяц.